Анонс и точно до выхода 16 серии нового сериала «Инспектор Гаврилов». 17 серия сериала выйдет на видеосервисе «Старт» 19 февраля. Ранее в сериале мы увидели, как об отношениях Александра и Людмилы знают все, кроме Артема. Официантка обещает поговорить с сыном, а Медный пытается найти служебное удостоверение. Его потеря обещает самозванцу серьезные проблемы. В кабинете шефа явно кто-то побывал. Под подозрение попадают сразу несколько подчиненных. Чтобы разоблачить злоумышленника, начальнику придется устроить личную жизнь брошенной возлюбленной. 17 серия сериала выйдет в эфир 19 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.